друзья мои, сегодня. Всем привет! 30 апреля, крайний день апреля, скоро май. Слушайте, выдвинулся внезапно, позвонил мне Вячеслав и сказал, что сегодня утром обнаружил каких-то интересных птиц, которых раньше здесь не видели. Ну, я-то думаю, что, может, я их видел, с длинными шеями, с красными головками, как лебеди, только черные. Ну, в общем, мы решили испытать судьбу, сейчас дождик собирается. Я не стал брать штатив, рюкзак. Можно легкие видео сегодня. Будет не про это. Со вступом Бруклином. Мы попробуем что-нибудь увидеть. Может быть, найдем что-то интересное. Обычно не интересует. Совершенно. Мой эксперимент с красным фильтром очень неоднозначный, но некоторые вещи весьма интересны. Напишите, что вы думаете. Ну вот, что я скадрировал. Смотрите сами, на закрыто, на семерке. Здесь на этом дереве ворона сидит. Сейчас мы попробуем ракурс сделать. Ну и сделаем геометрию. Вертикальную, горизонтальную. Посмотрим, что с этого выйдет. Вертикальный кадр, но ворона уже улетела. Так что, несмотря на то, что попал, все-таки кадр. Если видно сейчас дерево, но все равно не то, что делать. Но не знаю, сколько это получится. Посмотрим. Куски, конечно, я вставлю. Тишина, спокойствие. Ищем животное, которое вынурнуло из воды. Не нашел, нет? А что это такое? Выдра? Андатра? А, сейчас увидим. Вот я снимал, что разные тут ракурсы. Вот с этой стороны интересны. Я думаю, что здесь мы еще с этого ракурса не снимали. Говорят, лохматый его нашел. Но он из воды вышел. Чего? Ну, скорее всего, да, потому что небольшого размера. Я их не видел. Ну, вот тут телефоны лежат. Что-то только не найдешь. Нет. А, это крепеж. А для чего? На кочек, на кивок удочки цепляется. Ага. Если рыба дергается, он звенит. Супер. Пригодится? Пригодится. Мы нашли локацию очень интересную. Обратите внимание. Дерево, пень, который я снимал, оно находится между камышей, его видно. Облака очень хорошие, хорошо прорисовка. Здесь есть изгиб, эллипс так называемый. Передний план. Можно захватить еще вот этот пень. Вообще будет шикардос. На тут внутреннюю какую-то захватили. Поэтому вот такой кадр. Но я жду уток. Вы понимаете, что без уток здесь все не будет завершено. Так что вот и ждем уток. Смотрим. Ну, в общем, вот так, друзья. Поставил на запись. Надеюсь, что все-таки... А ты с кадра выйдешь? Ты не свали мне тут конструкцию. Я хочу все-таки поймать с этой точки. Я уверен, что оттуда две утки будут или одна. Точно. Ну, пока сделаем. Потемнело. Хорошее место, да. Пень входит. Помощники входят. Все входят. Да, здесь можно со штативом. Можно без штатива. Свет. Нет, не хочется. Я уже подснял, но вот сейчас чайки попробуем. Да, я видел. Сейчас страшно. Мне надо, чтобы они зашли с той стороны. Они с той стороны зайдут. Вот на крыльях.
щелкнул, достаточно вдруг пара летела. Сейчас выйдет солнце, вон, видишь? Светлее стало. Момент истины. Друзья, такое место. Ну, уток пока нет. Они улетели. Свет зашел. Локация, конечно, очень хорошая. Смотрите, в ту сторону. Пейзажи, это, конечно, очень важно поймать вот такой кадр. Ну, что же делать? Будем ждать. Здесь где-то кричит. Здесь кричит. Да. Где? Вот, смотри, там на тропе. А. Одинокое дерево. А. Я его снимал. Я его снимал в ту сторону, в эту. Мне просто вот эта локация нравится, то что здесь и корни, и вот эта штука. Здесь вообще, конечно, со штатива бы снять наши закрытые полностью. Пока только чайки, уток нет. Утки все попрятались. И там туча такая идет. Сейчас попаду. Хитрые. Ждут. А уток нету. Объективы меняем. Не надо менять. Здесь в ту сторону вообще шикарно. Здесь и передний план, и средний план, и дальний план. Вообще все. Полный набор. Свет бы еще немножко вышел. Ну, там что-то может выйдет. Но это уже другое дело. Вон пошли. Я, кстати, видел этого длинного, который ты говорил. Вот здесь выныривал, такая шея, черный. Вот, смотри. Маленькая, да. А выныривала черная с большой шеей. Да, такая, да, шея, да, огромная. Да, да, да. Я не знаю, что такое, но я снял, посмотрим, что будет. Там увидно будет хотя бы, что это. У него реально высокая шея. Так вот, я сначала думал, гусь, потом нет, меньше гусь. Нет, он меньше гусь. Смотрю, по-моему, на голове красные пятна. Ну, надо бинокль в следующий раз брать, потому что без бинокля, конечно, это не очень хорошо. Ну, что-то дым валит такой, пожар, что ли, что-то? Да. Ну. Там и чистые сооружения, вот это... За дом? Вот это здание все высокое, там сотрудники, это служебные помещения, квартира этого самого. Ну, понятно. Очистные, а за ним сразу очистные сооружения, они порядка чистые. Ну вот, смотрите, я вам показываю.
какой можно план состроить, да, со штативом, например, вот такое, что-то подобное. Я думаю, что такое точно понравится многим. Типа трясогусок, да, типа, что-то подобное. Ну, в общем, может, если туча большая, поэтому солнце не скоро выйдет. Утки сейчас сели на вот, не знаю, в этом же направлении будут они взлетать или нет. А там, кстати, две, по-моему, плавают. Вот там опять около столба. Ну, в общем, я посмотрим из того, что мы сняли, что я выберу. Мелкая птичка тут тоже есть, конечно. Здесь уже, конечно, другой ракурс. Тот ракурс, конечно, интереснее, который я нашел. Ну, надеюсь, что что-то получится. Внутренний андатор мы сегодня видели, но не так близко. Вот если вот под этими корнями, там где-то они живут. Птичье царство, как написал мне Виктор. Птичье царство. Самое настоящее. Еще один выход в эфир 30 числа. Сейчас вечер, закат у нас красивый. Но я решил записать это видео, поскольку сегодня мы вышли еще посмотреть всяких птиц интересных, но мы их не нашли. Поснимали зато другое всякое интересное. Я там новые ракурсы нашел. Увидели там андатру или выдру, там что там, не знаю, как называется. Но самое главное не это, самое главное две фотографии, которые были в таком красном фильтре. Одну я перевел сегодня утром в золотую сепию с пикториализмом, таким размазанным вариантом на очень пересвеченном небе. И второй такой же сделал вариант в циане, близком к океану цвет. И для меня, конечно, было удивление очень сильное, что сейчас еще не вечер, еще даже 11 нет. Грубо говоря, там сколько сейчас времени? 8:30. 8:30 вечера, четверг, даже не пятница. Там уже почти 500 у каждой. Это для меня, конечно, вообще шок, потому что я такого за 2 года ни разу не видел. Причем группа никакие не добавлялась. Стоят только теги и описания, больше ничего. Никаких приложений, а групп тоже нет. Для меня это, конечно, очень неожиданно. Завтра утром посмотрим, что из этого получится.